600 миллионов евро обещают Донбассу европейские власти на восстановление. Такова цена программы сотрудничества между Украиной и Евросоюзом, которую на этой неделе презентовали в Министерстве по делам временно оккупированных территорий. Действие программы рассчитано на 3 года, то есть по 200 миллионов евро ежегодно. Приоритеты – восстановление инфраструктуры, в том числе и жилья, поддержка экономического развития на Донбассе и социальных программ, прежде всего по здравоохранению и образованию. В министерстве призывают местные власти на Донбассе подготовить свои предложения. Куда конкретно направить европейскую помощь? Наш корреспондент Руслан Смещук на этой неделе работал в зоне боевых действий. Пока местные власти только собираются с мыслями, он уже готов показать, на что не помешало бы потратить европейские деньги. Уходящая неделя на Донбассе опять началась с обстрелов. Боевики ударили по мирным кварталам под прицелом и так израненная войной Маринка. Было 2 выстрела, свистело, как слышали все местные наши люди. Это один упал в огород, а один прямое попадание вот в летняя кухня полностью уничтожена, загорелась. Соседи прибежали, начали тушить, вызвали пожарную. К счастью, никто не погиб. Всего за несколько дней до очередного обстрела в Маринке праздник. Сдают отремонтированные после прямых попаданий 5-этажки. Самые большие разрушения были в этой квартире, 30-й квартире. Полностью все стены перекладывали, плиты все были разрушены. 3 яруса плит поменялись, 4-й этаж, 5-й этаж и покрытие отдельно. Восстановили не только перекрытия, отремонтировали и сами квартиры. Сделали как для себя, старались, чтобы люди могли прийти работать полностью. Заменили сантехнику все, начиная от моек на кухне, отопление, ванну, туалет. Электричество. Хотя работы тут не на месяцы, на годы. Еще сложнее ситуация с разрушенными частными домами. Их в Маринке около 1500. Сейчас первоочередная задача до начала затяжных дождей перекрыть крыши. Я зараз выделил 27 миллионов гривень на материалы. Да, тобто 27 миллионов гривень материалы. Зараз материалы все закуплят. И шкло, и это самое, и цвяхи, и дерево, и шифер, и цемент рубируют, все. Впрочем, часто в условиях войны подобные реконструкции – это сизифов труд. Ведь боевики не прекращают обстрелов, и снаряды летят в отремонтированные дома. Больше днем начинают наступать, рубить постріли. Щоб відповідь була. Вони це спеціально роблять для місцевого населення, щоб думали, що ми це робимо, що ведемо вогонь по них. Деньги на восстановление идут из разных источников. Государственные и местные бюджеты, областные и районные. Помощь международных, гуманитарных и благотворительных фондов и организаций, таких как ООН, помогает и бизнес. Но всего этого недостаточно, ведь разрушения колоссальные. 7 сотен школ и детских садов, 150 больниц, 10 тысяч многоквартирных и частных домов. При этом, по данным ООН, каждую неделю получают повреждения 40-60 домов. Лучшая ситуация в удаленных от линии фронта районах Донбасса. Там постепенно ремонтируют дороги, восстанавливают разрушенные мосты. Так, на этой неделе в Селидове открыли переправу через местную речушку. Строителям я очень благодарен, очень благодарен. Человек, моя машина, ездить тут было, звичайно, не может. Но сколько денег и времени нужно на реконструкцию Донбасса, не знает никто. Руслан Смещук, Евгений Пахальчук и Руслан Ревюк. Подробности недели. Телеканал «Интер».